В Видном состоялось очередное строительное совещание, развернутое у кинотеатра «Искра». Проходящее на еженедельной основе, оно призвано контролировать процесс благоустройства этой территории. Уже почти два месяца на огороженной территории вокруг кинотеатра «Искра» кипит работа. И с каждой минутой долгожданное обновление этой площадки становится для нас все ближе. Проконтролировать ситуацию на место приехал глава муниципалитета Валерий Венцель. Первым пунктом остановки стала спортивная зона с памп-треком и скейт-парком. Готовность этих объектов 90 и 40% соответственно. Надо будет предусмотреть, у нас в штат ввести сотрудника сюда, прокат и, значит, этих шлемов, всяких защитных, и обязательные, ну как это делается, да, обязательный инструктаж, вот эти таблички. День ото дня преображается Тимоховский пруд. Дно водоема очистят от тыла и мусора, а после все его ключи сведут в один колодец. Кстати, облагородив Тимоховский, власти планируют привести в порядок другие водоемы округа. Также Валерий Венцель осмотрел будущую водно-игровую площадку, зону фонтанов, места отдыха. Здесь у нас без отсылки делаем дорожки, лавочки стоят, стульчики. Вы смотрели, вот это вот, что такое? Это временка, да, идет? Да. Сейчас в распоряжении строителей 14 единиц техники – самосвалы, экскаваторы, каток, мини-погрузчики. С их помощью работы ведутся по всем направлениям качественно и быстро, строго по графику. Завершаются работы по подготовке бетонного основания тропиночной сети. Укладка плитки продолжается. Да? Были вопросы, как укладывать ее, каким рисунком, как будет лучше. Сейчас решения найдены. Начинаем укладку. Выбор пал на плитку с рисунком и швом поперечным движению. Всего предстоит выложить почти 23 000 квадратных метров полотна.